Зеркально идеально гладкая поверхность ледовых арен в любое время года. Когда-то об этом могли только мечтать. Сегодня это реальность, которая стала возможной благодаря развитию современных технологий. Сейчас так называемый процесс варки льда состоит из ряда этапов. Сначала на протяжении нескольких дней подготавливается бетонная поверхность, температура которой с помощью специальных установок понижается до минусовых значений. На нее начинает наращивать слой льда, наливается вручную шлангом. До определенной толщины. И только после того, как толщина льда достигнет порядка 2 сантиметров, на арену выходит, а точнее выезжает, изобретенный в середине прошлого века ледозаливочный комбайн. С течением времени конструкция этой чудо-машины совершенствовалась, однако принцип действия не менялся. Именно благодаря ей удается добиться идеально ровной поверхности ледовой арены. Она срезает тонкий слой льда, прям совсем небольшой, и заливает его водой сверху. Вода чуть-чуть приплавливает лед, и он становится ровным. В данном случае мы видим кондиционер. Его устройство довольно просто. Внутри находится нож и шнеки, которые собирают срезанный снег. Михаил обслуживает ледовую арену Дворца спорта «Олимпийский» уже на протяжении 6 лет. Так что можно сказать, он заливщик льда со стажем. Михаил отмечает, что работа эта требует определенного опыта и сноровки. Ведь именно тот, кто управляет ледозаливочным комбайном, решает, какую толщину льда срезать и каким количеством воды его залить. Вообще здесь очень много тонкостей. Имеет значение даже качество воды, которой заливается арена. Вода должна быть фильтрованная. Это тем самым поддерживается яркость льда, яркость разметки. И сама структура льда определенные свойства имеет. Это как конек едет по льду. Конечно, на любой ледовой арене все внимание приковано к спортсменам. Однако для успешных выступлений важно не только их мастерство, но и качество ледового покрытия. В первую очередь оно влияет на безопасность. Ведь любой скол или небольшая трещина может стать причиной травмы спортсмена. Также от качества льда зависит быстрота скольжения и даже траектория движения шайбы, которая может сыграть решающую роль в хоккейном матче. Очень часто это бывает, и многие любители хоккея в трансляциях видят такие моменты, когда, скажем, шайба непроизвольная, по какой-то непредсказуемой траектории, скажем, уходит не в ту зону, куда планировалось, да, это происходит там какой-то неожиданный момент, который приводит там к плачевному результату для той команды, которая пропускает этот гол. На арене Дворца спорта «Олимпийский» таких ситуаций не бывает. Работают здесь настоящие профессионалы, которые обеспечивают высокое качество льда. За это им искренне благодарны спортсмены, которые здесь тренируются. В их числе хоккеисты хоккейного клуба «Рязань». Ведь можно сказать, что ледовары также внесли свой вклад в их победы. И сегодня, принимая поздравления с профессиональным праздником, они продолжают выполнять свою работу, важную как для спортсменов, так и для простых любителей катания на коньках. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».